Приветствуем всех, дорогие друзья! Мы решили снимать наши будни, нашу жизнь. Мы семейная пара, мы недавно в браке. Сегодня мы расскажем о жизни Олега, мужа моего. Сейчас вот он. Олег, поздоровайся. Ты же на видео? Сейчас я приготовила делать ему ногти. Такой массажный тазик. Он будет кушать виноградик. Наслаждаться будет виноградиком. Пить джуз, коктейл, мандаринки и слушать песни. Я все приготовила тут. Мы новый инструмент сегодня приготовили. Это перекись водорода. У моего мужа больные ногти. Я ему делаю и на руках ногти. Муж, покажи. Сегодня почистим на руках, на ногах. Я ему брою голову. У мужа, муж, сделай тише. У мужа было 4 операции на мозгах. У него там пластинка. Это наш зал. Там балкон, кухня, там на балконе есть. Это массажный такой. Коробка тут включается, после этого педикюра, маникюра, он засунет ноги туда. В следующий раз, может завтра, мы сделаем прямой эфир. Ой, вот, и теперь мы будем рассказывать о жизни, о нашей жизни. Дорогие друзья, муж, может, ты сядешь, как-то выпрямишься? Мой муж, мы 14 лет в браке где-то. Ну, походу, наверное, потом расскажу. У него, он был 29 лет в браке, в очень раннем возрасте поженились. Сейчас муж будет плакать, я рассказываю. И она себе здесь нашла любовничка. И мужа случился инсульт. Инсульт у тебя? Да. И потом приключился сахарный диабет. Он не кушает много. И очень много. Высокое давление, высокий сахар. Я еще покажу, как я буду ему менять сенсор. Олеж, руку дай. Не, вот эту штуку. Ты можешь сесть? Вот это сегодня уже надо менять. Вот. Просто сказал, что надо здесь ставить сенсор. Вот. Это выбрасываем. Сегодня я поменяю сенсор. Сегодня сделаем ногти. Это песня. Мы христиане. Мы будем показывать, как мы живем. Мы любим друг друга неземной жизнью. Надо любить друг друга Божьей любовью. Смотрите, у нас сегодня погодка, дождик идет. Вон. Вот это наша кухня, тут барбекюшница. Вот еще есть живые розы. Мне муж дарил на Валентайн-дэй. Я их ставлю на балкон, на холодненьком, они дольше будут. Ой, такой большущий дождь. Что ты сказал? Сейчас найдем хорошую песню и будем делать ногти. Не. Чтобы навести на меня, тоже нету стрелочки. Интересно. А вот то, что в левом верхнем углу.
Это не она, только пауза. Это я себе сделала фруктовый чаёк. Буду пить чаёк. Делать мужу ногти. Я не могу найти. Смотри, за камерой есть? Какая камера? Вот камера. Видео нет. Работает, включено сейчас. Сейчас видео включено, камера работает. Камера должна быть здесь, если... Так она работает, смотри, работает. Минуты так идут. Работает передняя, а это чуть-чуть на заднюю. Нету кнопочки тут, кнопочка должна быть. Она есть, когда начинаешь. Вот, Лёша, как всегда. С букетами, цветами, с подарками, заходи. Вау. Это, наверное, мне? Да. Это Лёша, он у нас жил чуть-чуть. Он все время к нам входит с цветами. Пришел за почтой. Вот тебе водительские права. Спасибо большое. Спасибо за такие цветы. О, Боже, какие красивые. Фризантемка вот эта. Давай. Муж. Да. Тебе цветы. Нет, цветы я себе заберу. Это тебе, Валентайн Дэйн же прошел. Это я цветочки себе заберу. Там доверять мне. Дорогие друзья, я буду снимать нашу будничную жизнь. Я себе приготовила чай, кофеёк. Мужу будем делать педикюр. Мой муж после 4 операций на голове, у него тут пластинка, был инсульт, кровоизлияние в мозг. У него приключился высокий сахар, высокое давление. Ну, жена ушла, дети бросили, все ушли. Бог дал ему меня, чтобы я о нем заботилась. Я все приготовила. Я все время делаю мужу педикюр, маникюр. Мы новую эту штуку купили. Это все я приготовила, это перекись водорода. Я делаю мужу на руках, на ногах. Муж. У него после инсульта, вы видите, рука не расправляется. Я хочу кольцо твое распрямить. Не скрути палец. Все. Я ему и брою, купаю, помогаю купаться. Вот голову брою, усы бороду он сам броет. Это массажный. Аппарат. Муж, ты меня не испугай. Я что-то с ним случилось. О, массаж. О, включили. Окей, делай массажок. Я вот эту штуку должна убрать, она мне мешает. А как ее убрать? Сейчас я на паузу поставлю. Дорогие друзья, будем снимать видео о нашей будничной жизни, как я делаю мужу педикюр, маникюр, как я ему голову брою, как я ему сенсор ставлю, как я ему помогаю. Я приготовила мужу виноградик, апельсинки, коктейл. И сауны будет слушать музыку. А я буду делать ему педикюр. Сейчас нам нужно направить. Муж, сядь ровнее. Могу. Ну как не могу? Тогда мне ноги не сгинаются туда. Серьезно? Да. Я буду на коленях делать мужу
педикюр. Как на воздухе? И в ножку, чтобы вот так было уперто. Да. Так, свет, инструменты. О, good, вау, очень хорошо. А только как этот планшет? Стульчик подвинь сюда к ножке и на него поставь. Вот так, вот, вот, вот. Как он, на воздухе будет? Не, обножку, сам? Обножку перейти. Я уже ставила сюда обножку. Не, ты не понял. Оно не держится, муж. Я уже на эту ножку ставила, оно не держится. Друзья, вот я буду пить кофе, чтобы начинать делать можно. Спасибо Богу за то, что Он добрый. Give thanks to Lord for His good. Give thanks to Lord for His good, друзья. У меня на всех чашках, на всех картинах, на полотенцах везде. Вот, на стульчик. А как на стульчик? Вот он так. Сейчас упадет. Так сдвинуть и в ножку упереть. В ножку. Какую ножку? Вот отдвинь. На эту ножку? Да. Так он у нас не будет видеть. Будет. Муж, я не буду прямо наводить на ногти. Сейчас я буду делать, пускай играет музыка. Все, все наши инструментики. Вот этими ножничками будем делать ногти. А ты слушай. Дорогой, пойду я еще за одной штучкой. А ну, сюда поставь, ноги сюда поставь. Видишь, мне надо эту штучку. Классно, кисло. В мыле, да. Ставь сюда палец. Дорогие друзья, муж, а ты веселую песню найди. Включи. Дорогие друзья, я делаю ногти и буду говорить. Написано в Слове Божьем, если вы любите друг друга, то так все узнают. Олеж, мне надо ко мне как-то. Не, вот этот ноготь. То все узнают, что вы мои ученики. Мужья и жены, так ли вы любите друг друга? Нужно любить настоящей любовью. Да, муж, мне не хватает пилочки. Я думаю, что мы будем делать, смотри, это даже открывать эти. Мы даже будем делать прямые эфиры. Это ножнички какие-то, нам это не подходит. Я пошла в ванную комнату, взяла такую пилочку, нам надо, вот, не хватает. Друзья, я даже покажу, смотрите, муж не может пойти в салон.
Вот у него такие, как страшные ногти. Не могу навести. Вот. В салоне делать не буду. Я делаю и молюсь за исцеление. Вот. Я делаю и молюсь за исцеление. Да, Господь, если не ты, то кто же? Вот, смотрите, какие ногти, я покажу, какие я сделаю. Я покажу, какие я сделаю, друзья. Вот, целый час делала мужу ногти. Одну ногу. Одну ногу только сделала, вот. Снимает. Ну, ногти, покажи вниз, ногти вниз залез. Вот, мэс, грязно. Очень устала, сейчас попью кофе, друзья. А я попью напитка. Перерыв. Муж разговаривает по телефону, видео телефону со своей мамой. Ой. Я чуть-чуть перерыв надо взять. Потому что я на земле, на коленях. Мне колени сильно болят. Надо на коленник ходить. Вот, делаем мужу такую педикюр. Почистим, порежем, обработаем спиртом. Не, надо было побрызгать, все понятно. Да, все сделаем. Муж, включи мне тихонечко. Песня, это мне скучно. Так. Надо включить. Это мне все цветы, все свечи дарит моя дочка. Кто она там уже пошла? А тут что? Это продается в Сакраменто, дворец Путина, друзья. Ну, там многие его берут в рент на разные предприятия, песни, шоу. Да. Это дворец Путина, он продается. А что там кровь, на том пальце? Вот? Не знаю. Так резала, да, кровь? Вау. Два его воду. А я не чувствую. Все, приступаем дальше. На одну ногу один час уходит. Делаем ногти. Очень долго делать надо. На одну ногу потратила один час. Ой. Поставим чашечку, чтобы, не дай бог, воду планшет не упал. Зацепила кончик. И кровь сильно идет. А, включи. Друзья, делаем ногти очень долго. Пьем кофе, виноград кушаем. И слушаем песню. Мне очень эта песня нравится. Друзья, Бог дает человеку покаяние. Человек погибал. Его бросила жена, он уже умирал. Она нашла бойфренда, а у Олега случился инсульт, кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию, и уже пришли все прощаться. Мама, брат родной, жена, дети. Брата пустили за границей. Брата пустили за границей, да. На похороны. На похороны. Отключили аппараты жизнедеятельные. Он очнулся. Давайте послушаем вот этот псалом. Добавь громкость. Да, ну. Боже, Боже, Боже.
отца, друзья, что я делаю. Я с тобой не пыль, соль своей земли. Смотрите. Я сделаю и покажу, что будет. Друзья, в салоне не будут делать ни за какие деньги. Я делаю сама. Я стою на коленях. В массажном тазике делаю. Режу ногти, чищу, пиляю, спиливаю. Перекисью водорода. Вырезаю вот. Боже, Боже мой, как ко мне ты благ, как сильна любовь. И ножничком делаю. Кто я без тебя? Пыль земли пустой. Кто я без тебя? Да. Стол в тишине. Я лев умирал. Все от него. Бесконечный. Жена ушла, дети ушли. В поисках любви. Мира пустоты. И он запил. Страшно. Друзья приходили, спаивали. И Бог прислал меня такую строгую, боевую в его жизнь. Я навела тут порядки в доме, в его жизни. Друзья, Олежа бросил в один вечер пить и курить. А пил всю жизнь. Очень много пил. 5 литров за 2 суток. Сколько пачек в день скуривал? Не помню. 1, 2, 3. И в один вечер бросил пить и курить, потому что любовь пришла в его жизнь. Одна любовь ушла, а другую Бог прислал. Сейчас я ногти закончу, и мы еще чуть-чуть поговорим. А, там только 5 минут. Закончили 1,5 часа. Закончили ногти. Очень устала. Мне 63 года. Стоять на коленях 1,5 часа. Мне сильно эта песня нравится. Это песня про нас. Послушайте, друзья. Лес, покажи свои ногти. А где видео? Как его навести? А, с этой стороны.